День карьеры в Караганде. Сегодня студентам Карагандинского государственного университета имени Букетова, представители крупных организаций и предприятий, рассказали о своей деятельности, работе и возможности трудоустройства. Все это проходило в рамках мероприятия «День карьеры». На День карьеры в Карагандинский государственный университет приехали более 100 представителей крупных компаний и государственных учреждений. Один из участников своеобразной ярмарки вакансий отмечает, что сегодняшняя встреча с будущими специалистами принесет свои плоды. Сегодня здесь приглядывается к лучшим студентам, ведь вероятно, что совсем скоро, будучи выпускником, он станет работником именно их компании. Сегодня встреча работодателей и выпускников. Для нас важно действительно выбрать для себя хороших студентов. Я сам выпускник Карагандинского государственного университета, и мы на протяжении многих лет сотрудничаем с данным университетом. В следующем году из стен университета выйдет 3600 молодых специалистов различных направлений. Представители вузов, в свою очередь, надеются, что подобные встречи потенциальных работодателей со студентами в дальнейшем приведут к выгодному сотрудничеству. Каждый год День карьеры будет приносить для наших студентов интересные встречи, а в последующем и выгодные контракты по их устройству на работу. Нурила Туржан, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.